На фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника на юге Красноярского края попала семья ирбисов. Соответствующим роликом поделились в пресс-службе учреждения. На кадрах ирбис по имени Дарья и ее детеныши пересекают горный массив. В какой-то момент вся семья замечает инородный объект, пытается разглядеть его, принюхаться. Именно в этот момент хищников удается снять поближе. Напомним, снежный барс или ирбис – редкое животное, которое находится под угрозой исчезновения и внесено в красные книги всех рангов. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, численность ирбисов в России не превышает 90 особей.